Итак, у нас сегодня 3 февраля 2018 года. Приехали на монтаж. Будем монтировать теплицу Легенда номер 1, шириной 3 метра, длиной 10 метров, с перегородками двумя. Вот начали собирать каркас, поставили две центральные арки. Сейчас от них будем плясать в разные стороны. Установили одну перегородку. Перегородка обшита монолитным поликарбонатом, поэтому она такая прозрачная. Двери немножко опущены по просьбе клиента, чтобы было удобнее ходить, чтобы не перешагивать высокий порог. Итак, каркас у нас почти готов. Установлен один торец. Сейчас подготовим, установим второй торец и начнем закреплять теплицу к бетону. Закрепили теплицу к бетону с помощью анкеров. Сейчас протягиваем и начинаем крыть поликарбонатом. Вот, подошел к концу первый день работы по монтажу теплицы Легенда номер 1, шириной 3 метра, длиной 10 метров. У нас уже стоит каркас, стенки обшиты поликарбонатом, термошайбы прокрученные, профиля одеты. Осталось покрыть крышу, ну и немного работ по мелочи. Это уже завтра будет все. Итак, день второй. Кроем крышу поликарбонатом. С одной стороны уже прицепили поликарбонат. Сейчас будем прикручивать с другой стороны, потом одевать профиль и далее все докручивать до конца. Установка примыкания бокового. Здесь уже прикрутили. По углам и на торцах ставится вот такой уголок закрывающий. У нас торец так красиво получается. Примыкание стены и крыши ставится уголок отлив вот такой. Верхняя часть заводится под поликарбонат, нижняя прижимает стеновой поликарбонат. Поликарбонат защищен весь перфой и профилем. Сделан отлив по кругу. Уголок 50 на 50. Цинкованный полимерный с загибами, между прочим. У него нет острых краев. Периметр. Вот видите, загиб. Вот, полностью. Тоже обрамление полностью сделано по кругу. Примыкание стены крыши. Смотрим соседскую теплицу. Видите, сколько следов? Это червячки. Вот видите, черви прям. Вот они. Вот они какие. Остатки ихние. Умершие. Здесь, на этом свете. Поэтому не делайте без защиты сот, чтобы так было потом, через год. Делайте вот так вот. Перфолента и торцевой профиль. Петли применяем большие, ПН-ки 60-ки, то есть не дешевые, крючки тоже хорошего качества, шпингалеты, ЗТ-шки, отлив по низу, по всей длине, чтобы вода в стену уходила за фундамент, еще будет облицовываться фундамент камнем, чтобы все было красиво. Морезы тяжело сверлятся, потому что толщина металла 2,5 миллиметра. Идет подготовка к монтажу вот такого устройства. Называется термопривод для дверей. Мы его установили на форточку. Так как у нас труба идет, торец изготовлен с трубы 20 на 40, а форточки из 20 на 20, приходится делать вот такой переходник. Маленький-то вот сюда вот, уголка, да, ставим? Маленький, да, прицепериваем. Чтобы она была в одной плоскости. Вот сейчас ставим сами. Вот это ставится амортизатор. Устанавливаем доводчик. Слабить? Угу.
одеваем его, защелкиваем. Вот все, доводчик стоит. Теперь осталось, это возвратный. Раз. Оп, и вернул обратно форму на место. Теперь ставим сам термопривод, который будет открывать-закрывать. Отмечаем ось. И сейчас перекручиваем. Ну вот, установили. Наклон специально, чтобы шток смазывался. Ну, теперь мы его рычагом форточка должны закрыть. То есть сжать. Все, мы его так вот сжали. Теперь он, получается, будет ждать тепла, чтобы открыться. За два дня собрали мы теплицу «Легенда номер один» шириной 3 метра, длиной 10 метров. Кратенько мы процесс сборки уже показали. Теперь общий вид посмотрим. В стенах у нас есть две стеновые форточки, одна дверь. Заходим в дверь. Здесь у нас получается тамбур. Установлены две перегородки. Перегородки зашиты монолитным поликарбонатом, практически прозрачный. И все, два отсека у нас. Два отсека, форточки в торце, оснащены термоприводами. Теплица получилась большая, мощная, очень надежная. Эффектно смотрится. Никакие катаклизмы природные ей ни по чем. Теплица, конечно, мне нравится. Жене главное нравится. Долго искали, выбирали, думали, что за теплица. На уральскую усадьбу наткнулись по интернету. Хорошее видео снято. Сила рекламы есть. Теплица качественная. Работа была проделана быстро. Ребята молодцы. Леонид, Михаил. Видно, что не первая теплица у них за плечами. Как бы, ну, поживем, посмотрим, как она себя покажет. Надеюсь, что урожай будет хороший уже в этом году. Много времени прошло с момента заказа до момента установки теплицы? Нет, буквально сколько? Недели две. И мне позвонил уже Александр, сказал, что теплица готова, да? Теплица готова, мы уже готовы выехать. Все от погоды зависит. Только потеплело. Считай, на улице минус 10 градусов. Я думал, что в такие холода как бы не собирают теплицу. Но, оказывается, можно собрать. Все четко. Претензий нет. В чем особенность? Вот теплица, например. Арочные там стоят. У этой теплицы высота стен 1,80 м. Высота в коньке 2,80 м. Ширина 3 метра. Шаг между арок 1 метр. И изготовленность трубы профильной 40/40 и 20/40. Сборка такой теплицы происходит в таком порядке. Берется сначала вот такие поларки, состоящие из двух половин. Вот если видим, да? Скрепляется на земле двумя болтами М8/100. Так как две трубы 40/40 соединяются. Ставятся шайбы М8. Мы видим, если мы сейчас крупно покажем. Все это собирается на земле. Собирается. Потом собирается торец. Он также соединяется на двух болтах. Как мы видим. 8/100. Торцы обшиваются сразу же на земле, и потом все это, арки и торцы, соединяются с помощью вот таких прогонов с подпятниками. Отверстия под саморезы уже просверлены на производстве. Все секциями все собирается и ставится. Потом ставятся, раскрепляются стеновые панели поликарбоната снаружи.
потом крыша поликарбонат, потом вот этот уголок, который ребята сейчас монтируют. Переход с крыши на стену. В последнюю очередь монтируются все допы. Форточки, двери обшиваются поликарбонатом. Считайте, вот видите, примыкание крыши к стене готово. Потом, в последнюю очередь, угловые. Углы делают. Идется вот такой уголок. 50 на 50, метр 80 длиной. И закрывает, крепит. Так вот. Также, если при установке на бетон, ставится отлив по низу. Так как здесь глухой торец, ставится и по глухому торцу отлив выдержу. Ничего сложного нет. Ну вот, пожалуй, на этом все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!